Жители и гости Павлодара в День единства участвовали в веломарафоне. Он стартовал на новом мосту через реку Иртыш, названном в честь 25-летия независимости Казахстана. Масштабными и зрелищными оказались и состязания по национальным конным видам спорта. В них приняли участие 60 всадников из разных городов страны. На ипподроме Кулагер также развернули этно-аул, где угощали национальными блюдами. Около сотни красочно оформленных юрт расположились и в центре Павлодара. Концертные программы в городе длились 2 дня. Праздник вообще удался на славу, потому что мир, дружба, красота всего, всей нашей казахстанской земли, это все что, наше превосходство, это наши дети, это богатство всего народа. Поэтому мы сегодня гуляем все народности Казахстана, все. Я души желаем всем павлодарцам, всему Казахстану мира, добра, счастья, творчества, улыбок, радости и, конечно, мир всему миру.